Доброе утро, друзья. Тема нашего сегодняшнего эфира в мире животных. Ну и поэтому мы с тобой сегодня пригласили специального гостя, который нам не просто будет рассказывать о животных, а будет петь даже. Встречайте, в студии у нас София Пакулева, солистка студии «Тути», художественный руководитель Елена Коробешкина. София, доброе утро. Доброе утро. У вас микрофон. Чтобы нас тоже слышали и телезрители. Да. Скажите, пожалуйста, у вас есть дома какие-нибудь домашние животные? Да, у меня есть кошка. Кошку зовут Буся, хомяка зовут Хомяк. Хомяка зовут Хомяк. А это фантазия, это фантазийная. Вот мы спрашивали челябинцев, с кем они ассоциируют себя. Там ленивец, а я еще хомяк. А ты еще хомяк. Я так хомяк. Ну, в общем, вот. Тогда вам слово, вам в студию. Да. И позже зарядите, пожалуйста, нас и всех южноуральцев добрым праздничным настроем выходного дня. Да, конечно. Поехали. Поем все вместе. Попугайчик на свет появился, он еще не совсем оперился, а уж споры звучат, не смолкая, как назвать малыша-попугая? Галатей, Прометей или Даня, Галилей, Бармалей или Ваня, может, Броня, а лучше Тимур? Попугай заорал караул. Нет, 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 это имя плохое. Нет, 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 я хочу не такое. Нет, 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 я хочу другое. Назовите меня Леопольд. Вся семья потеряла терпенье, не приходят к единому мнению. И с тех пор возникают раздоры, не смолкают дебаты и споры. Может, Тоша, Арнольд или Гоша, или, скажем, Изольд или Гоша, назовем нашу лапочку Федей. Может, Мусиком, Пусиком, Петей. Нет, 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 это имя плохое. Нет, 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 я хочу не такое. Нет, 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 я хочу другое. Назовите меня Леопольд. Хочу другое, назовите меня Леопольд. Назовите меня Леопольд. Браво, 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 это было хорошо. Назовите меня Леопольд. Ну, а меня Хомяк. Тебя Хомяк. Спасибо вам огромное, София, за эту бодрую песенку, за ваш настрой. Ну, а мы хотим еще рассказать, что у нас сегодня в студии София Пакулева, художественный руководитель Елена Коробешкина. Ну, а далее рубрика «Пушистое утро». Да. Прямо сейчас расскажем вам, что делать, если вы, понравилась вам кошечка или собачка, взяли вы ее с улицы, и ее надо привести в порядок, не только ей дать кличку, правильно, но что-то с ней еще сделать. Назовите кошку кошкой.